В Алматы с рабочим визитом прибыл экс-президент Турции Абдулла Гюль. Высокопоставленный иностранный гость посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, где провел встречу с преподавателями вуза и студентами. Лекция была приурочена к 30-летию независимости. На встречу с 11-м президентом Турецкой республики прибыли видные политики, известные деятели искусства и профессоры. Абдулла Гюль поделился своим многолетним опытом в политической сфере и ответил на вопросы студентов. Его также удостоили звания почетный профессор и наградили золотой медалью университета. Поздравляю всех вас с 30-летием независимости Республики Казахстан. Достижения Казахстана мы связываем с именем первого президента Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня ваша страна занимает достойное место в мировом сообществе. В этом большая заслуга Нурсултана Назарбаева. Он сумел вывести вашу страну на новый уровень развития, проделал очень много работы во благо народа и страны.